Всем привет, как всегда, Игорь из «Ультравыхлоп». Honda Accord 7. Легендарный автомобиль. В свое время каждый второй парень мечтал о такой. Здесь мы будем убивать сразу двух зайцев. Во-первых, мы будем подбирать звук и делать тюнинг на этот автомобиль. Во-вторых, мы будем исправлять и убирать те элементы, которые сейчас, к сожалению, неисправны. Например, возьмем эти две банки. Они полностью неисправны, они никуда не годны. Они пиродят, как старый дед. Это никуда не годится. Их можно сделать с ними только одно – выкинуть на свалку. Второй момент – это катализатор, который при таком пробеге уже совершенно забит. Вы видите состояние металла, черное, нереальное. Если мы снимем его сейчас, мы обязательно покажем, в каком состоянии катализатор. И это будет удручающее зрелище. Это влияет и на звук, и на проходимость, и на мощность, соответственно, автомобиля. Это все уберем, будет все новое из нержавеющей стали. Будет звук, будет повышенная проходимость, и, как всегда, будет круто. Из многообразия насадок, которые у нас есть, мы с владельцем выбрали те, которые ему максимально понравились, и примеряем несколько вариантов. У нас есть хром, у нас есть черные насадки. Ему необходимы были именно подчеркивающий агрессивный вид сзади, то есть без скоса. Не элегантные, а именно агрессивные. Мы приложим резонаторы, мы приложим банки и выберем вместе с владельцем тот вариант, который оптимален для него. Honda готова, новый звук, новые насадки и новые впечатления от вождения. Если хочешь также, записывайся, звони, либо пиши в Instagram, комментируй на YouTube, мы обязательно ответим. Также подписывайся, ставь лайки и всем счастливо, а мы сейчас слушаем звук.